Линейный отдел полиции на железнодорожной станции Сергиев Посад просит помощи в установлении личности неизвестного мужчины, тело которого 17 декабря обнаружено на железнодорожных путях на станции Калистово. Предположительно, мужчина ехал из Сергиева Посада в Калистово на электричке «Сергиев Посад Москва». Находился в состоянии алкогольного опьянения и, выйдя на станции, попал под поезд. Документов при себе у него не было. Его приметы. На вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, нормального телосложения, славянской внешности. Был одет. Куртка черная кожаная, свитер серый, брюки спортивные бежевые, кроссовки черные. Все, кто может обладать информацией о личности данного мужчины, просьба обращаться в линейный отдел полиции на железнодорожной станции Сергиев Посад по телефону 8 999 014 0967 или по телефону 112.